снимать маску необходимости нет. Также пассажира камера узнает, и он сможет пройти в маске. Как любой Big ID, ну то есть такой универсальный идентификатор любой личности, на самом деле вот это вот распознавание лиц, оно небезопасно. И небезопасно оно вдвойне, потому что оно связано с биометрией. Если вы, например, можете каким-то образом поменять паспорт, если ваш паспорт был, например, каким-то образом там скомпрометирован, не знаю, там выпустили двойной какой-то двойник вашего паспорта или еще что-то такое, вы можете его пойти и поменять, ну, то есть заменить, вы можете его там утратить каким-то образом, потерять или написать заявление, что у вас паспорт скомпрометирован, то с собственным лицом вы такого сделать не можете. Лицо вам один раз дается, вы потом им пользуетесь всю жизнь. Это событие планетарного масштаба. Москва – лидер, весь метрополитен, все вестибюли, все станции оборудованы устройствами для прохода по биометрии. Это беспрецедентная история.